Что? Ну, а теперь, когда микрофон починили, он больше не падает. Майорова Инга, встречайте. Здравствуйте, меня зовут Инга, я из Самары. Я музыкант, закончила консерваторию, но работала и как музыкант, и как литературный деятель. И меня музыка не отпускала, поэтому я на вот эти резиденции я попала как драматург. Я пишу детские сказки на музыкальные произведения. У многих композиторов есть циклы музыкальные. Например, у Роберта Шумана 10 пьес, они называются «Детские сцены». Он описывает там девочку, ее день. И я вот на эти пьесы пишу сказки. Но сейчас, конечно, вот сказки читать как бы на поэтическом вечере не к месту. Поэтому я решила вам рассказать такую историю. Полюбила я литературу и в том числе поэзию в 14 лет. Ну, может быть, и пораньше. Там раньше, конечно, Пушкин, все мы знаем, и Чуковский, Корней и так далее, вся детская поэзия. Но я запоем читала журнал «Иностранная литература». Вы, наверное, помните такой журнал. И вот в 70-е годы он печатал стихи зарубежных поэтов. И в том числе мне попал в руки номер, где печатались стихи поэтов Африки. Ангола, там, Мозамбик, представляете, вот такие. И одно стихотворение мне так запало в душу, что оно буквально перевернуло мое отношение к поэзии. Я вдруг поняла и почувствовала, что это такое поэзия. Это стихотворение я хотела бы сейчас прочитать, если я, конечно, не собьюсь от волнения. Единственное, что я хочу вам сказать. Я не помню, представляете, ни имени автора, ни имени переводчика. А мне кажется, что если это перевод с какого-нибудь там африканского языка, то вся заслуга красоты этого стихотворения именно в работе переводчика. Поэтому сейчас вот я попробую его вспомнить и прочитать. Называется оно «Колыбельная». Покинув край угаснувших небес, корабль сердце бросит якоря. Дом, гавань, если плохо все окрест, путь жизни ясен, он идет не зря. Путь жизни ясен, он идет не зря. Утихли грозы, дождь прошел, заря. Баюкаю тебя, усни, любовь моя. Покинув край угаснувших небес, корабль сердце бросит якоря. Это я второй раз начала читать. Прошу прощения. Так, вторая строфа. Эх! Ну ладно, простите меня, пожалуйста. Спасибо вам за внимание. Я очень надеюсь, что ваша любовь к стихам так же сильна и замечательна, как и наша. Всего вам доброго.